Все, Аркаша уехал, можно разобраться в шкафу. На мне нет. Пойду посплю. Алло, Илюх, здорово. Здорово. Слушай, а ты забыл, что хотел сказать, давай потом наберу. Ладно, давай. Алло, Никит, слушай, срочно, телефон дома найти не могу нигде. Может быть, я у вас оставил, можешь посмотреть? Да, братан, не вопрос, сейчас пришел. Ага, давай. Вот тебе. А не, он ищет. Ой, Стась звонит. Sorry, this number you have dialed is busy. Please, call back later. Люба, что это было такое сейчас? Да я просто не хочу ей сережки отдавать. Блин, не успела, что ли? Да что ж ты будешь делать-то, Аркаш? А? Напомни мне, чтоб я рингтон сменила. Хорошо. Ваша, а я приготовил тебе завтрак. Боже, это так мило! Это что, завтрак в постель? Так приятно. Что приятно? Это мне. А давай ты меня пристегнешь и будешь делать со мной все, что захочешь. Понял. Миша, блин, дебил, отцепи меня, какого хрена? Миша, куда ты пошел? Любаш, я умираю. А давайте сейчас чаю с малиной сделаю, а? Да я говорила, причем я один раз, ты меня не слушаешь никогда, вот теперь берись сам за. Аркаш, моей маме юбилей, надо подарок выбрать. Так поехали по магазинам. Нужно заранее что-то классненькое выбрать. Миша, моя мама скоро юбилей, надо подарок купить. Ну все, придумал. Осиновый кол будет самое то. Так, Аркаш, иди разберись. Ребята, можно музыку потише делать? Да встань ты уже и пойди разберись с этими соседями. Я рот уже 2 часа, все ты делаешь, видишь, что ничего не происходит, Миша! Ребята, можно к вам? Ой, посмотри, как они мило целуются. Привет. Привет. Ты Катя? Да. Новикова? Да. Короче, я – это ты из будущего. А... Положи пирожное на место. Зачем? Потом узнаешь. Знаешь Ваню Иванова? Да, он мой парень. Забудь об этом! Вообще не имей с ним ничего общего. Почему? Узнаешь, когда он тебя бросит. Козел. Катя, ты все поняла? Да! Молодец. Алло, Вань. Принеси побольше пирожен. Нам надо поговорить. Козел. А может попробуем какие-нибудь игрушки? Ну, типа... Аркаша? Аркаша! Представьте, что бы было, если бы Аркаша все-таки стал котиком. Шерсть. Аркаш, ну ты скоро там? Аркаш, ну ты опять стульчак не опустил! Ты меня совершенно не понимаешь, ты меня не слышишь! Ну что ты молчишь? Мы с тобой говорим, как будто бы на разных языках! Ну и уходи! Аркаша! Может, хватит лежать? Может, ты обратишь на меня хоть какое-то внимание? Я сегодня целый день делами занимаюсь, а ты просто лежишь на месте. Аркаша, давай просто поговорим. Ты можешь обойтись без рукоприкладства? Ну что ты смотришь на меня таким взглядом? Все, я обиделась. Аркаш, вынеси мусор. Вот тебе. Так, где же они? Может быть, вот тут? Нет. Я не могу их выбросить. Сейчас найдем. Может быть, вот тут? Да где же они? А, вот они. Я же не могла их выбросить. Я же говорю, штанишки на 3 размера больше. Специально купила. Ну что, девочки, смотрите, как я похудела всего за неделю. Вот так-то лучше. Сейчас выложим. Пусть теперь они мне завидуют, а то выкладывают свои фотографии с отпуска. Дорогой дедушка Мороз, я хочу, чтобы в меня влюбился мальчик Вова.
Дед Мороз, пусть на меня обратит внимание Антон из параллельного. Дедушка Мороз, делай так, чтобы Алексей с работы в меня втюрился. Хоть бы кошка не болела. Как я без него буду? Кто теперь будет меня греть? Ну на что мне это? Как я буду жить без него? Лисне, Акаша, он такой красивый. Моя жизнь никогда не станет прежней. Без него я просто буду до конца своей жизни сидеть дома. Я буду в заточении. Без него жизнь — это не жизнь. Ну, в принципе, норм. Слезы, кстати, правдоподобные. Над текстом надо поработать, но, в общем, Аркаша 100% поведется и купит мне новый телефон. Аркаша! Иди сюда, нам надо поговорить. Как я буду без него? Не переигрывай так-то. Наша очередь дарить подарки. Та-дам! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Ты рада? Лиард на кону. Последняя цифра. Давай, 8 8 8 8. Я выиграла меня! Как я рада! Я рада, Аркаша! Ребят, не ссорьтесь, я с вами делюсь. Шучу! Нет, конечно, это все мое! Вот дебилы, самый лучший подарок мне подарили. И шампанское мое! У нас с Аркашей, как у всех, есть новогодние традиции. Наряжаться. А я буду в костюме зайчика. Украшать елку. Ну что, свет дали? Дали. Украшать дом. Готовить праздничный стол. Заранее. И, конечно. Любаш, ну что, кушать готово? Аркашенька, я тут подумала, а давай мы больше не будем есть мясо. Давай мы станем веганами. Почему? Я люблю мясо. Нет, ты не понимаешь. Просто мясо очень вредно для организма. Оно не переваривается, не усваивает, гниет там вообще. Давай просто не будем есть мясо и все. Ну ладно, давай. Ну вот и хорошо. Вот и молодец. Люб, ты только что говорил, что мы становимся веганами и не едим мясо. И? Сосиска. Аркаш, ну ты серьезно? Это же сосиска. Тут мясо ноль. Тут одна бумага да соя, господи. Да, тогда я тоже хочу. Да, пожалуйста. Слушай, а мне очень нравится быть веганом. А главное, здоровая еда. И экономия. Мясо-то сколько стоит? А еще докторскую можно есть. Ты где? Ты где? Я здесь, здесь. Ты где? Ты где? Я потерял тебя. Я так люблю тебя. Ой, я тут, тут. Я тоже тебя люблю. Ты где? Да здесь, я здесь, спи. Вот ты где, любимая моя. Любимая моя приставочка. Вот ты где. Я тебя потерял. Тебя потерял. Я обещаю, тебе завтра куплю новых дисков. Приснятся же сны дурацкие. Вот дебил. И моя хорошенькая, миленькая, даже во сне ругается. Кстати, не забыть завтра купить новые диски, нужно для приставки. Что, сон плохой приснился? Да, Люб, да что ты начинаешь-то? Не было у меня никого, ни с кем, ничего. Это тебе просто приснилось.